Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые болельщики, поклонники лучшей лиги мира, и добро пожаловать в Жигулевск на матч 11-го тура Мелбет первой лиги. Акрон на своем стадионе «Кристалл» принимает нижнекамский «Нефтехимик». Алексей Берников, номер 4 в центре обороны, 16-й Максим Шоркин, 5-й Богдан Зорин. 29-й Роман Денисов, Павел Котов, 77-й. И сумели в тяжелейшей ситуации добыть такие важные 3 очка. А так хозяев, передача. Богдан Зорин, воспитанник московского «Динамо», отбивает 5 Андрея Голубеву, выбивая мяч за лицевую линию. Угловой. А вот разыграли игроки «Акрона». И еще одна подача. И удар по воротам, и спасение Андрея Голубева. Хороший удар Ивана Чудина. Ну и не менее красивый сейв Голубева. Такой хороший эпизод и хорошее начало от «Акрона». Берников убивает мяч штрафной, но при этом угроза еще не отступила. Еще одна подача, и снова Чудин. И на этот раз просто прощает Иван Чудин, «Нефтехимик». Нужно просыпаться нижнекамцам. Снова «Акрон» в атаке. Пошла передача и полет Голубева. И отбивается «Нефтехимик». Дальше еще одна передача. Кокоев. Мягкая передача. Джамилов уже в штрафной площади. Анжелкович его выдавливает из штрафной. Роман Денисов бьет поворотом. И это первый удар в створ от «Нефтехимика» в этом матче. Сергей Волков в игру вступает. Берников. Петров. Всех мяч пролетает. Котов. Неудобно бить. А вот здесь удар. Это совсем не точно. Ну и под правой ногой был мяч у Павла Котова, поэтому и не решился он пробить в лед. Данилин подает. Отбивается «Нефтехимик». И удар Савичева. Очень неточно. Константин Савичев по воробьям. Также будет продолжать «Нефтехимик» играть 2 нападающих. Вот момент. Котов. Котов ищет момент. Чуть назад. И сразу же удар. Появившийся Емельянов. Еще момент. И Волков свою команду спасает. Вот так вот запасные «Нефтехимика» выходят на футбольное поле. И сразу же обостряют. И еще 2 замены есть у Кирилла Новикова на концовку этого матча. Креативных действий в атаке. И даже ввести мяч не дает главный арбитр Андрея Голубева. Нулевая ничья в матч 11-го тура зафиксирована между «Акроном» и «Нефтехимиком». По одному очку команды набирают.